В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратилась 83-летняя женщина, которая сообщила о краже 300 тысяч рублей из ее дома. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что в дневное время, когда пенсионерка вышла на приусадебный участок, злоумышленник проник в помещение и похитил денежные средства. Экспертами-криминалистами на месте происшествия были изъяты микрочастицы, а также медицинская маска. По результатам экспертизы удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника, ранее судимую неработающую жительницу города Твери. На ее поиск были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. Инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ОМВД России по Тверской области в Калининском районе остановили автомобиль, в котором находилась подозреваемая. Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Конаковскому району она была задержана и признала свою вину. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело, а в отношении задержанной избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.